Я Рик Эбботт, старший научный сотрудник линии Сатиник. Коллекция средств Сатиник создана для восстановления волос и ухода за кожей головы. Красота и сила волос начинаются от корней. Заботясь о состоянии кожи головы, вы способствуете росту более сильных, эластичных, гладких, блестящих и упругих волос. Технология, используемая в линейке Сатиник, восстанавливает необходимый уровень увлажненности и питательных веществ, что в комплексе с массажем делает даже тонкие и ломкие волосы более густыми. Формула с запатентованным комплексом восстановления кожи головы интенсивно питает кожу и предотвращает потерю волос из-за ломкости. Массаж с использованием восстанавливающего тоника Сатиник преображает кожу головы и создает идеальные условия для роста красивых волос. Почему специалисты Сатиник рекомендуют делать массаж кожи головы? Массаж стимулирует кровообращение. Благодаря притоку крови волосяные луковицы более активно впитывают питательные вещества, что способствует росту более густых и сильных волос. Чтобы достичь максимального эффекта, следует использовать восстанавливающий тоник для кожи головы Сатиник дважды в день. Способ нанесения средства очень важен, поэтому мы разработали специальную методику массажа головы. Вы легко сделаете такой массаж дома. Возьмите тоник для кожи головы Сатиник, сядьте поудобнее, желательно перед зеркалом. Нанесите тоник для кожи головы Сатиник, а затем начните массировать кожу. Нанесите тоник на 5 участков кожи головы от висков к основанию шеи. По 2 полоски с левой и правой стороны и одну посередине. Кончиками пальцев мягко помассируйте кожу круговыми движениями, начиная от линии роста волос возле височной области и продвигаясь к ушным раковинам. Массируйте каждый участок 5-10 секунд. Продолжайте массировать, двигаясь от ушей к затылку и основанию шеи. Положите кончики пальцев на переднюю часть головы и продолжайте массировать от линии роста волос к макушке. Завершите сеанс массажем теменной зоны. Каков будет результат? Восстанавливающий тоник для кожи головы Сатиник преображает волосы. Они выглядят более густыми и сильными.